Всем привет! С вами Inform TV. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно взял курс на открытость. 2 года назад он согласился встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, отказался от ядерного оружия и впервые за свое правление покинул КНДР. В это время в поле зрения прессы попала и его супруга Ли Соль Джу, которую накануне впервые официально назвали «уважаемой первой леди КНДР». Этот титул не использовался в Северной Корее уже более 40 лет. Именно тогда, 2 года назад, первая леди совершила первый официальный выход в свет без сопровождения супруга. Но о Ли Соль Джу почти ничего не известно. Ей 30 лет, она выросла в привилегированной семье профессора и врача. По данным американской прессы, училась пению в Китае и состояла в команде девушек из группы поддержки спортивных команд, с которой даже посещала Южную Корею. Предположительно, она обратила на себя внимание Ким Чен Ына во время выступления на сцене. Первые дети супругов родились предположительно между 2010 и 2013 годами. До сих пор неизвестно, есть ли у северокорейского лидера сын-наследник. Пол первого и третьего ребенка неизвестны. А вот средний ребенок – это девочка по имени Джу Э. О ней рассказал американский баскетболист Деннис Родман, который неожиданно завел дружбу с Ким Чен Ыном. Самого Кима он назвал хорошим отцом, а его семью – прекрасной. Считается, что у Кима 3 ребенка, поскольку именно столько раз внезапно исчезала и возвращалась Ли Соль. Официальных объявлений о рождении детей в семье нет. Пресса Южной Кореи сообщает, что Ли Соль Джу родила 3-го ребенка в феврале 2018 года, а первые подозрения о ее беременности появились еще в 2016. В конце марта 2018 первая леди КНДР уже сопровождала супруга в поездке в Китай. Отметим, что Ли Соль и сестра Ким Е Джон – единственные женщины, сопровождающие Ким Чен Ына в подобных мероприятиях. До него появление женщин первых лиц не было принято для КНДР. Пресса обращает внимание на западный стиль одежды и вообще расслабленную манеру поведения Ли Соль Джу. Первая леди Северной Кореи задает прекрасные тренды для северокорейских женщин. Несмотря на, казалось бы, старомодный стиль одежды, Ли Соль даже на государственных мероприятиях появляется в украшениях от Тиффани и с сумками от Шанель или Диор, а также на ее руке всегда видно дорогостоящие часы. А вам нравится Ли Соль? Если да, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик. Удачи!